предыдущей серии. Я дала Кларе жизнь. А, си? Да. И лишила ее жизни, когда рассказала правду. Мне известно, что Клара знала... знала правду о своем происхождении. Алехандра Марина мне рассказала. Клара молчала, боялась моего презрения. Считаю, что необходимо сообщить об этом сеньору Фернандо де Альвеару. Именно он должен защитить Изабеллу. В конце концов, все получат по заслугам. Я верну то, что всегда принадлежало мне. Я займу свое место, и никто мне не помешает. Выпьем? Что с ним? Что с вами? Сюда, сядь в кресло. Вам плохо? Смотрите, он умирает. Знаешь, я купил это для тебя, чтобы мы жили здесь вместе. Я люблю тебя, Мариана. Будь моей женой. Не шути так. Позвольте напомнить, что у нас договор. Не советую его нарушать. Не послушаетесь, и я вас уничтожу. Каков результат тестов? Я буду матерью? Компания «Америка Продукционес» представляет. Производство Хосе Крусилья. Анна Кольчеро. Кристиан Мейер. А также Тедди Гусман, Нэнси Гонсалес, Яхайра Борта, Хавьер Эчеварья, Сантьяго Махиль, Пол Мартин и Хулиан Легаспи в сериале «Изабелла». Сюжет Манеля Карлоса. Автор сценария Анна Монтес. При участии Марицы Киршхаусен, Луиса Фелипе Альварадо, Эмилио Бустаманте и Альфонсо Сантистебана. В фильме снимались Рейнальдо Аренос, Уильям Тейлор, Рафаэль Безачья, Элида Бреро, Ильяна Карьон, Антонио Дульседес, Карлос Россель и Гледис Эрмоса. А также Регина Альковер, Рики Досо, Рикардо Фернандес, Эрнан Ромеро, Хесус Делаво, Хавьер Вальдес, Карлос Касольс, Лола Вилар и Лусия Ирурита. Художник по костюмам Карлос Пасано. Художник Гильермо Иса. Композиторы Хорхе Тафур и Кристиан Монтойя. Оператор Рафаэль Руис. Режиссер Рубен Гербаси. Продюсер Рудольфо Оппе. Я стану матерью. Нет, Изабелла. К сожалению, нет. Как же так? Вы уверены, доктор? Понимаю всю степень вашего разочарования, но я не хочу подавать ложные надежды. Эти результаты не оставляют сомнений. Вы не беременны. Доктор, можно мне взглянуть? Зачем? Вы ничего не поймете в медицинских терминах. Мне жаль. Я вам сочувствую, Изабелла.
Нет, ничего, доктор. Но я так надеялась. Но, пожалуйста, скажите мне честно, возможно ли, что после курса терапии я смогу иметь детей? Лечение? Забелла, вы должны знать, что лечение будет долгим. И нет никакой гарантии, что это лечение приведет к успеху. Как Клара? Еще спит? Бедная девочка. Что-нибудь еще произошло? Вы сразу догадались? Да. Вы проницательны. Наблюдательны. Да, я очень беспокоюсь. Почему? Изабелла надеется, что она беременна. Она беременна? Да. Но это катастрофа. Для Клары потеряно все. Пока еще нет. Я говорила с Давилой, он у меня в руках. Вы уверены? Да, я сделаю все, что угодно, чтобы помочь Кларе вернуться. Вы ее очень любите. Моя любовь безгранична. Вероятно, вы не сможете это объяснить. Любовь не подвластна логике. И еще мне трудно объяснить, почему я не люблю Изабеллу. Это странно. Обе мои дочери. А я готова убить одну ради другой. Я навещу Клару, когда она проснется. А сейчас у меня дела. Что с тобой, Изабелла? Мне нехорошо. Присядьте, позвать врача? Нет, не надо. Принести воды? Нет. Иди сюда, тебе станет лучше. Ты права, идем. Ушли? Да, бедняжка. Мне ее жаль. Обычный случай. Не может родить. Все дело в ее муже. Пожалуйста, отмените прием. У меня важная встреча. Франциско, извини, что Изабелла так вела себя вчера. За что ты просишь прощения? Ты знаешь, она нервничает из-за своего кузена. Ах, ты об этом? Ну зачем же извиняться? Ее поведение объяснимо, ведь он ее родственник. Да, но ее реакция была слишком сильной. Фернандо, ты не можешь быть объективным. Габриэлю Линаресу удалось вывести тебя из равновесия. Забудь о нем, ведь дуэль не состоялась. В чем дело? У вас с Изабеллой опять проблемы? Франциско, не знаю, что ответить. Слишком много поводов для ссор. Ее кузен, призрак Клары, который нас не покидает, тщетное желание родить ребенка. Несмотря на это, наши отношения постепенно становятся все ближе. Все. Ольга? Сеньор, Александр Суков хочет вас видеть. А этот русский поэт, поклонник Клары. А причина визита? Личная. Ну что ж, я его приму. Хорошо. Ты прав. Призрак Клары не оставляет вас в покое. Да, верно. И это меня тревожит. Не стоит расстраиваться. Это не конец света. Этот ребенок много для меня значил. Я тебя понимаю, но иногда приходится смириться. Или найти какой-нибудь другой выход. Что ты имеешь в виду? Если не можешь родить, усынови ребенка. Главное не отчаиваться. Я не понимаю. Что? Странно. У меня появилось чувство завершенности. Полноты.
Мое тело изменилось. Я это и сейчас чувствую, Кармела. Я тоже это заметила. При этом тесты не подтвердили мою беременность. А слушай, Изабелла. Нет, я хотела предложить, но лучше не говорить об этом. О чем? Ладно. Давила хороший специалист, я не отрицаю. Но ты можешь провериться у другого врача. Пожалуйста, садитесь. Спасибо, я ненадолго. Ну, как вам угодно. Я пришла, чтобы еще раз напомнить о нашем соглашении, доктор. В этом нет необходимости. К сожалению, я о нем не забыл. Хорошо, что вы все помните. Особенно сейчас, когда Изабелла беременна. Вы напрасно мне угрожали. Мне не пришлось лгать. Сеньора Изабелла не беременна. Вы уверены? У меня нет сомнений. В университете я был учеником доктора Блесвайса. Мы вместе изучали влияние наследственности на психические отклонения. Вы меня простите, но какова цель вашего визита? Это я должен извиниться. Мне следовало начать разговор как-нибудь по-другому. Я вас не понимаю. Хорошо, буду откровенен. На меня произвело большое впечатление сходство ваших жен. Представляю, как сильно вы должны переживать. Боюсь, вас это не касается. Прошу, поймите меня правильно. Я не намерен вмешиваться в ваши дела, но я впервые сталкиваюсь с подобным случаем. Он уникален. Вы женились на двух одинаковых женщинах. Нет, я женился на Изабелле после смерти моей первой жены. Клары уже давно нет в живых. Вы пытаетесь установить хронологический порядок, но чувство ему не подчиняется. Изабелла переживает из-за этого. Она точная копия Клары Рио. Это тяжелое испытание. Верно, у моей супруги появились странные фантазии, поэтому мы обратились к доктору. Только с ним я буду обсуждать психическое здоровье Изабеллы. Только с ним. Вы правы. Но я пришел поговорить о Кларе Рио. Вам известно, что Клары нет в живых. Но это не мешает говорить о ней. Она была известной фигурой в нашем городе и в обществе. Сеньор, у меня нет желания продолжать разговор. Похоже, всех нас по-прежнему преследует призрак Клары. А вдруг это не призрак? А вдруг Клара жива и хочет погубить Изабеллу? Мне кажется, у вас слишком богатое воображение. Как дела? Тебе лучше? Вы пока поговорите, а я выпью кофе. Что с тобой? Чем ты расстроена? Мне приснился кошмар. Но я проснулась и поняла, что это только сон. В детстве у тебя часто бывали кошмары. Тогда ты звала меня. Я была рядом, и ты пересказывала мне все в подробностях. Потом ты успокаивалась и засыпала. Я уже не девочка. Ужасный сон. Расскажи, станет легче? Я в этом не уверена. Мне снилось, что сестра и Фернандо меня убили. Бросили в вулкан с кипящей лавой. Это ад.
И ты его создала. Я сама живу в аду, Клара. Не жалуйся. У тебя все благополучно. Рядом с тобой обе дочери. Что еще надо? Твое счастье важнее всего. Как трогательно. Я была счастлива, но не благодаря тебе. Ты только все испортила. Я напомнила доктору Давиле о нашем договоре. Изабелла считала, что забеременела. Нет, не волнуйся. Это не так. Видишь, какие мы глупые. Мы ничего не сделали, чтобы этому помешать, Леандра. Что с ним, доктор? Странная болезнь. У пациента общий паралич при полном сознании. Ваш прогноз? Ну, на полное выздоровление мало надежды. Однако, возможно, значительное улучшение. Он может умереть? Не волнуйтесь, он в хороших руках. Состояние стабильное. И мы следим за развитием этой странной болезни. У сеньора Кесады есть родственники. О нем нужно заботиться. Я этим займусь. Неудивительно, что вы считаете, будто я фантазирую. Но дело не в моем воображении. Вы слишком много на себя берете. Знаю. Моя супруга Клара любила окружать себя поэтами. У меня другие вкусы, и я не люблю игры. Речь не идет об игре. Я бы себе этого никогда не позволил. Недавно я встретился с известным в научном мире доктором Дюшамсом. Он пластический хирург. В Лиме он прооперировал женщину с обезображенным лицом, которую все считают мертвой. А при чем здесь я? Вы объявили, что Клара Риво мертва, а доказательством послужило найденное кольцо. Слишком много совпадений. И вы думаете, что это женщина Клара? Я в этом уверен. Знаете, где находится эта клиника? Да. Отведете меня туда? Конечно. Куда пошла сеньора Изабелла? Не знаю. Наверное, она у кузена. Я слышала разговоры. Хозяин ревнует сеньора Габриэлю Линаресу. Неудивительно. Сеньора Изабелла красавица. И она считает, что слепота кузена ее вина. Знаешь, Дельмира, долгое пребывание в этом доме может свести с ума. Вот именно. Кто бы вообразил, что экономка окажется матерью двух жен хозяина? Мне до сих пор трудно поверить. Кстати, о Леандре. Куда она пропала? Еще одна тайна. Она больше не ходит в комнату умершей. Ты права. Эта женщина куда-то исчезает. Проследи за ней. У тебя есть время шпионить за ней, Августина? Займись уборкой, иначе нас отсюда выгонят. Кто? Кажется, домом не занимаются. Вот именно, кажется. На самом деле, все под контролем. Здравствуй. Привет, Изабелла. Как Габриэль? Сейчас у него врач. Габриэль очень подавлен.
Представляю. Да. Но зачем ты ему сказала, что он ослеп навсегда? Я не хотела лгать. Это была бы ложь во спасение, пока ему не станет лучше. Ложь во спасение испортила мне жизнь, и я так не поступлю. Не вини себя. Ты права. О чем ты хотела рассказать? Речь о жене Фернандо де Альвеара. И я жена Фернандо де Альвеара. Нет, я говорю о покойной. Что ты узнала о Кларе? Она оставила завещание. Да, все завещала матери. Документ был подписан после ее предполагаемой смерти. Что? Да, это правда. Адвокат тщательно изучил ее подпись. Это завещание было подписано значительно позже. Вы быстро поправляетесь. Это правда? Вы не обманываете меня? Как можно? Ложь несовместима с наукой. Скоро вы сами убедитесь. Вы увидите свое лицо, когда шрамы заживут. Доктор, всех денег в мире недостаточно, чтобы вас отблагодарить. Я сделал это не ради денег. Эта работа мне интересна. Мне нравится превращать уродство в красоту, восстанавливая справедливость. Войдите. Можно? Алекс, подойди. Скоро ты увидишь мое лицо. Все хорошо, доктор? Хорошо. Отлично. Тетя, привет. Навестишь брата? Будешь меня воспитывать? Нет, нет. Я тебя очень люблю. Я тоже тебя люблю. Знаешь, мне кажется, я мало о тебе заботилась после смерти твоей матери. Ты делала, что могла. Я не желаю думать о прошлом. Я поняла, что его уже не изменить. И потом, очевидно, я не единственная сирота на земле. Да. Послушай, у тебя появилась возможность обрести счастье с Франциско. Почему ты этому противишься? Не старайся меня переубедить. Франциско — часть прошлого, как и родители, Даниэль, имение, Марианна. Дай ему еще один шанс. Он ведь тебя искренне любит. Он тебя растрогал? Да, я ему верю. И потом он придет сюда за ответом. Я бы хотела его обнадежить. Очень сожалею. Мне не нравится, что ты нас сводишь. Мне уже сделали предложение, и я его приму. Успокойся, Леандро. Я останусь с Кларой. Позвоните мне, если я понадоблюсь. Не волнуйся. Худшее позади. Боюсь, Кларе опять что-нибудь помешает. Моя дочка так страдала. Сейчас нужна помощь бедному Себастьяну. Помогите лучше ему. Ведь Клара назвала его своим вечным возлюбленным.
Вы видите? Фернандо меня ищет. Он не должен тебя видеть. Еще не время. Спокойно. Доктор Душамс его не пустит. Это будет непросто. Фернандо настойчив. А почему бы и нет? Конечно, пусть он меня найдет. Он будет наблюдать, как снимут повязки. Это будет ошибкой, Клара? Нет. Ты появишься в особняке во всем своем блеске. Хватит. Слышишь? Она всегда не согласна. Что бы ни происходило, она недовольна. Что тебе надо, Леандра? Прошу, пойми ее. Леандра нервничает из-за беременности Изабеллы. Изабелла не беременна. Это только ее фантазии. Доктор Давило уверен. Прекрасно. Ее беременность нам бы помешала. Но, очевидно, нам сопутствует удача. Мы же не сдадимся? Нет. Ты мне поможешь. У меня идея. Ты молодец, Клара. Видишь, Леандра? Даже в минуту опасности, когда Фернандо рядом, она не теряется. Не знал, что у вас вызывает такой интерес научное исследование. Вы ведь теперь не занимаетесь наукой. Здесь меняют внешность. Это пища для воображения. Давайте разберемся. Ваша цель научная или творческая? У нас одна цель. Увидеть женщину, которую вы оперировали. Извините, доктор. Я вынужден был рассказать сеньору де Альвеару, зачем вы приехали в Лиму. Возможно, ваша пациентка – его жена. Странно. У пациентки другая фамилия. А почему возникли подозрения? Много совпадений. Можно нам ее увидеть? Не знаю, что вам ответить. Меня застали врасплох. Даже если вы правы, моей пациентке противопоказаны подобные встречи и переживания. Это будет для нее ударом. Вы не понимаете. Возможно, это моя жена, которую я считал погибшей. Я должен ее увидеть. Нет, я понимаю. Я только прошу немного времени, чтобы ее подготовить. Завтра я с ней поговорю. Я отсюда не уйду. Изабелла вернулась. Пусть уйдет. Но почему? Тебе незачем от нее прятаться. Я ее не вижу. Разве тебя волнует только это? Я помню ее лицо. Это. И мысль о ребенке поддерживает меня. Простите, мадам. Сеньор де Альвеар хочет вас видеть. Что это значит, Суков? Вы надо мной подшутили? Ни в коем случае, сеньор де Альвеар. У меня были подозрения, все совпадало. Подозрения? Я думал, речь идет о фактах. Ясно? Я полагал, что вы серьезный человек, а вы разбередили еще не зажившие раны. И все из-за подозрений? Вам показалось? Да нет, это не так. Не судите меня строго. Я не только поэт, но и ученый. Я исходил из фактов.
Мой дорогой Александр, каких фактов? Я видел, что Леандра заходила в клинику. Леандра? А кто это? Это долгая история. Это наша экономка. Экономка? Может, имеет смысл поговорить с ней? Вероятно, у нее проблемы со здоровьем. В эту клинику многие обращаются. Мне показалось логичным, что ее визиты связаны с Кларой. Вы поэт, поэтому слишком увлекаетесь. Я думаю, полагаясь на свой опыт, что воображение уводит вас от реальности. У меня предложение. Поужинаем вместе, и вы расскажете о ваших фантазиях. Согласны? Так нельзя, Суков. До чего вы довели вашего друга? Садитесь, Франциско. Спасибо, Росария. Не хочу терять времени. Позовите, пожалуйста, Марианну. Все же присядьте. Я с ней говорила. Что она сказала? Если честно, ничего хорошего. Лучше не будем об этом. Пожалуйста, расскажите. Ладно. Она считает, что я выступаю сегодня. Ей сделали предложение, и она его примет. Предложение. Франциско, не верьте ее словам. Я знаю Марианну. Она очень своенравна, капризна. Она заявляет одно, а потом совсем другое. Росария, поймите, я люблю Марианну. Это серьезно. Я не хочу ее терять. Мне это. Это. И это. Хорошо, сеньорита. Григорио, я так счастлива. Поймите, Виктор, у меня еще вся жизнь впереди. И потом, мои отношения с Кесадой были просто развлечением. Нас с ним ничто не связывает. Но если я могу помочь, обращайтесь. Понимаю. Что будете делать? Я не оставлю друга. Мы давно знакомы. Разное бывало, но он друг. Конечно. Они ушли и не вернутся. Благодарю вас, доктор. Теперь отдыхайте. Отдых – залог выздоровления. И позовите, если понадоблюсь. Не стесняйтесь, дорогая. Спасибо. Знаешь, пройдет время, прежде чем я поправлюсь. А потом я вернусь домой. Мне пришла в голову гениальная идея. Все зависит от тебя. Боже мой. Говори. Ты соблазнишь Фернандо. Клара, это невозможно. Он мне не поддастся? Попытайся еще раз. Ты такая красивая. Надо постараться. Ты с ума сошла.
Лучше я уеду отсюда подальше. Потом уедешь. А сейчас я хочу, чтобы ты оказалась в постели с Фернандо, применила к нему все свои чары и кастрировала. Это не шутка. Потом ты уедешь в Индию или еще дальше. Исчезнешь. Но, Клара, зачем? Когда я узнала о своем бесплодии, я захотела сделать его таким же. Я мечтала и мучилась. Ты его не любишь? Конечно, люблю. Ты не понимаешь? Нет. Все просто. Я не хочу рисковать и уступать его этой деревенщине. А так ты его не потеряешь? Нет. Он утратит часть своего тела, а остальное достанется мне. Ты говоришь глупости. Это серьезно. Докажи мне свою дружбу. Ты на все готова? Итак, ради нашей дружбы я требую, приказываю. Давай присядем. У нас был трудный день. Выпьешь? Да, спасибо. Надеюсь, что новый врач скажет мне что-нибудь обнадеживающее. Это меня поддержит. Спасибо. Я тоже надеюсь. Я доверяю этому врачу. Он не такой известный, как Давило, но это не важно. Ты ужинаешь с нами? Нет, не буду вам мешать. Я загляну к Виктории и вернусь домой к кошкам. Подожди. Дай взглянуть. В глубине этих глаз я вижу беспокойство. Не только из-за слов Давилы. Что еще тебя волнует? Кармела, не зря тебя считают ясновидящей. Да, можешь даже называть меня ведьмой. В чем дело? По завещанию Клары все перешло к Леандре. Эксперты изучили документ и пришли к выводу, что, судя по бумаге и чернилам, он был составлен и подписан после смерти Клары. Что ты думаешь? Расскажи все Фернандо. Привет, Себастьян. Алехандро Марина. Сейчас я оденусь. Не беспокойся. У тебя очень чувственный вид в этой ванне. Надеюсь, это поможет мне немного отвлечься. Что случилось? Клара безумна, Себастьян. Это не новость. Это мне в ней и нравится. Ее безумие. Сейчас ты будешь удивлен. Знаешь, о чем она просила? Не знаю. Она придумает что угодно. Верно. Ну и о чем она попросила? Соблазнить Фернандо и кастрировать. Закуришь другую? Да, спасибо. Что с тобой? Ты потерял самообладание?
Это обычная шутка Клары. Я тоже так решила, но это не так. Клара одержима мыслью, что потеряет Фернандо из-за беременности Изабеллы. Но это не серьезно. Она умоляла меня во имя нашей с ней дружбы. Боже мой, так нельзя. Она погибнет. Нам с Кларой надо бежать, ведь она не вернет Фернандо. Ты тоже считаешь, что он любит Изабеллу? Не сомневаюсь. Он никогда не любил Клару. Никогда ее не ценил. Франциско, расскажите о себе. Ладно, но сначала скажу спасибо за поддержку. Поддержку? Да, вы как мать заботитесь обо всех. Но вам не нужна вторая мать, верно? Да, конечно. К тому же вы слишком молоды. Но вы могли бы стать матерью для многих. Верно подметили. Вам нужен мужчина. Мне тебя не хватало. Мне тоже. Весь день. Похоже, что-то произошло. Дурацкий случай. Лучше о нем забыть. Расскажи. Ко мне приходил Александр Суков с безумной новостью. Какой? Да не уверен, стоит ли вспоминать этот абсурд. Ну ладно. Он считает, что Клара жива и лежит в клинике. Что? Не беспокойся. Это оказалось бредом. Мы с ним отправились в клинику, встретились с известным хирургом, и тот отвел нас к своей пациентке. И что? Это была незнакомая женщина. Она была удивлена, не поняла, кто я такой. Странно. Я тоже хотела рассказать. О чем? Адриана сказала мне, что ей известно, будто завещание Клары подписано после ее смерти. Эксперты проверили документ. Как это возможно? А вдруг она жива? И хочет вернуться? Что будем делать, Фернандо? Фильм переведен и озвучен компанией Intercommunications. 2002 год. Quiero saber si encontraré la otra mitad que perdí con el tiempo, con los años de estar juntos tú y yo. Y entonces mis ojos voltean.